Советы трудовых коллективов, действующие на всех четырех производственных подразделениях компании «Форес», активно участвуют в организации труда и быта работников компании. Примеры такого участия привели их представители на своей новой встрече, которая прошла в Куринском подразделении. На совещании мы прозвучали итоги 2019 года по работе Совета трудового коллектива. Также мы разговаривали о развитии положения наградной политики. И перед нами выступали руководители служб охраны труда о проделанной работе 2019 года и о тех мероприятиях, которые выполнены, которые были заложены в соглашение по охране труда. Рассказывая об итогах работы Совета Сухолужского подразделения в прошлом 2019 году, его председатель Жанна Русских упомянула включение целого ряда положений, предложенных работниками в новый коллективный договор компании. Какие-то у нас были реализованы полностью, а над какими-то еще придется поработать. Реализованы у нас были это подвоз работников предприятия на работу и после работы, а также предоставление оплачиваемого рабочего дня родителям первоклассников, а также на совете стал вопрос о качестве питания в заводской столовой. Одним из них правом на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября уже воспользовались родители первоклассников. Добавилось число случаев, по которым выплачивается материальная помощь. Улучшилось обеспечение питьевой водой. Теперь стоит задача работать над улучшением качества питания в столовой предприятия. Вошел в соглашение об охране труда на нынешний год и такой важный пункт, как устройство вытяжной вентиляции в одном из цеховых пролетов. В Куринском подразделении, отметила его председатель Анастасия Воложанина, откликнувшись на просьбу работников, модернизировали приточно-вытяжную вентиляцию. Мы вносили мероприятия по модернизации приточно-вытяжной вентиляции. Администрация Куринского подразделения откликнулись на данное мероприятие и успешно выполнили. Также мы ввели дотацию, то есть дополнительную сумму на карты бесплатного питания работников по профессии стропольщик. То есть теперь они имеют такую карту и могут бесплатно пообедать в заводской столовой. Благодаря новому коллективному договору, который вступил в действие в 2019 году, различные социальные выплаты в его рамках возросли до 7 миллионов рублей. Заработная плата была индексирована на уровень инфляции, и в городах, где работает компания, она остается одной из самых высоких.